Ну что, хочу попробовать я с трактором экзотик. Эбис. Боковые тоже собирать, раз времени много. Думаю, что все бы не собрать. Посмотреть, как вообще что-то будет. По луту, да? Так. Всего-то ничего. Ох, ё-моё, тоже по мне, что ли, палит? Давайте вот этого с щитами пацана сразу же уничтожать. Так. Не, я вот это или ничего. Там триги нет, нахрен мне это надо. Ой, а я могу и вот этих тоже поебашить. Почему бы нет? Так. Уничтожить, я думаю, без проблем. Потом одну пущу ракету туда. Сюда пущу ракету. Так. А, все, минус. Минус типчик. Так, а пацаны, короче, вы что делаете? Вы вот эти две цели. Давайте. Ты вот эту атакуешь, а ты вот эту. А я пока буду, не знаю, или этого замочить. Они ж быстро прилетят, надеюсь. А я прям в лобешником улечу, да? Так, ну все, отлично. Две поставили. Ну хотя бы так соберем. Сейчас трактор активируем. Так. Что у нас? Что-то да есть. А вот эту хрень я не смогу. Ну, хуй с ним тогда. Так. Хрен с ним. Будем на трактора. Долго он будет, интересно, тянуть. Эти враги. Долго, наверное. Ну что, один возьмем. Второй-то, блин, на сколько будет? А что, если мы полетим вот в эту сторону? Хватит у нас времени? Хрен знает. Ну так делать пока нечего все равно. Попробуем сделать фуд. Так, такой. Ну, к трактору. Возвращаемся. Ну, по идее, если у нас будет хотя бы минут. Сколько, не знаю. Ой-ой-ой. К трактору, к трактору. Ну, за 5 пройдем, еще нормально. Значит, уже так себе. Так, еще одну замочили. Возвращаемся. А тут мы сколько взяли? О, вторая, уже вторая пришла, да? Отлично, отлично. С трактором гораздо быстрее, просто в 1000 раз. И вот это 74 километра. Ну, как раз она, наверное, за минуту прилетит. Я так думаю. Скорее всего, так и будет. Да? Ну что, ты будешь собирать ее? Нет, трактор. Бовненько. Заодно щиты там все, капа, все это восполнится. И так не спеша все соберем, правильно? Это что-то вот долговато, долговато, конечно.
16 километров. А чё ж я так поставил-то далеко? Не то, что прям далеко. Но такое себе. Надо будет все-таки прям вплотную ставить. Да, вот эти дальние нахрен не будем собирать пока. Слишком долго это все получается. Так. Трактор. Убираем. Тебя. Убираем. Валим отсюда быстрее. Ну, получилось на 6 минут. Так себе. Не будем больше так. Даже не за 6. Короче, ближайшие собираем, дальние нахрен. Валим, 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 валим. Гелике. Что получилось-то у нас? Ой. Я уже там просто из-за того, что оказался. Или что? Так. Сразу же. Мелких, наверное. Пускаем пацанов. Давайте мелочь вот эту вот сразу разносить. Так, куда мы направляемся? Мы направляемся к ближайшей херне. Да они все тут ко мне прилетели. Так. Этого пацана. Цена. Дальше какого-нибудь, я не знаю, любого. Ну, вот это, например. Я пока вот эту штуку разнесу. Ой, а вот этот что-то не за это вовсе. Давайте вот эту. Блять, что-то они меня как-то это начали прям мочить. Давайте мы. Ладно, ну пустим ракету сюда. И все. Дальше помогаем своим пацанам. Так. Собираем эту шляпу. О, неплохо, что-то вышло, выпало такое. Сколько получается тут их? Надо по херне вообще. Так. Летим, короче, к этой параше. Что-то мы не так делаем, пацаны. Давайте по сгруппированию. До следующего вот этого, конечно же. Потом, да, вот этого. Да. Вольнем. Так, ближе к этой параше. Ставим. Использовать. Так, для себя. Запускаем. Ну все, дальше я сам разберусь. А вы давайте это. Атаковать цель. Вот это, наверное. Я не знаю, нет, эту не сможем, эту не сможем. Да хрен с ней. Сейчас это прилетит быстро. Тет слишком далеко. Давай лети. Тебе бы сам долетел бы на самом деле, наверное. Чего ж, как же тут красиво на самом деле, пацаны. Шикарь. Ну что, у меня остается 10 минут. Ага. Все, да? Смотрим, что там выпало. Еще полмиллиона. И валим сюда. Да, так чуть-чуть у меня будет хотя бы регенчик. Сразу
Да, вот этого давайте пацаны выносить. Нахрен нам нужен. Или они оба. О, блин. Ух, черт. Может мелких? Что-то они мне так подгоносят урона. Так, ладно, с этого убираем. Сюда делаем. Да, ладно, давайте, пацаны, все-таки вот эти добьем. Мощных, такая практика у меня будет. Так. Летим сюда сразу же. А с этим я разберусь. Ну, хотя бы, не знаю, давайте. Так. Вот эту херню хотя бы одного пошлем, пацана. И сразу вот эту штуку ставим. 61 километр. 63 еще километра. Давайте. Может, успеем еще. Эй. Что, у нас остается 8 минут? Это третий карман, точно. Я ничего не путаю. Вроде ж третий. Долго будет лететь все эта херня. Слишком. Вот эту может тему тоже сказать им разнести. Че она тут? Уничтожьте ее. Мне она не нравится. До нее запариться уничтожать, мне кажется. Долго ты будешь ехать? Так, это точно третья. Что-то я вот уже переживаю. Ладно, возвращайтесь. Я переживаю. Да, это долго все как-то. Фиг знает. В этих боковушках в них ничего хорошего не бывает. Я бы уже быстрее пошел бы. И... Ну так, будем, конечно, проверять иногда. С помощью трактора. Едет еще одна, да? Ладно, подождем еще ее. Глянем потом, что получается за одну такую катку. Врубаем. А вот тут в пути. Я еще видел какие-то девайсы активные, которые притягивают не то, что ты ставишь в эту станцию. Блин, что это тут такое за разруха? Хотя, вон, смотрите, 5 минут еще остается. Это даже как-то более безопасно, мне кажется, потому что у меня и щиты восстановятся, и щиты... У дронов становится и капа, если вдруг там ее как-то задрейнили, как ты видишь. Вот еще миллион, да? Эти все. Получается, мы прошли, да, за 15 минут. Если это сейчас последний. Ой-о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 й
Плохо дело, плохо дело. Проебал трактор. Классно. Последний. Да. Минус трактор чисто получился. Большой. Ну, сам виноват. Получилось у нас... Ого! Не-не-не, вот так вот. Слушайте, 13, 12 миллионов. Ну, трактор восстановлю хотя бы свой. Гораздо лучше. А нет, стоп. Получается, раз, два. Да, 12 миллионов у нас получается. Вот жаль. Пойдем тогда трактор покупать. Новый. Так, получается, ну, за 15 минут 12 миллионов. В принципе, для вторых миссий вообще нормалды. Я считаю. Так, где там у нас что? Какой он там? Сборочный комплекс. И трактор сколько он? 7 стоит. Ну, в принципе, мы все равно в плюсе остались. Как-никак. Вот эта штука дорогая. Нет, не она. А что дорогое тут было-то? Да, все понемногу как-то так. Вот этих много выпало. Чуть за коврики. Короче, будем с трактором. Третье, я не знаю, с трактором стоит, если я потом перейду. Третье. Так, это мы закидываем все обратно. Все, кроме патронов. И все, ну и кроме ключей. Да ведь? Закидываем сюда. И трактор купим себе все-таки. Тоже. Нет. Сколько? 7? Ну, 6500. Нормально. Чё. Бывает. Такое. Надо Патрика бы еще купить. Что-то еще две. Давайте. Сейчас хочу купить. Что, тогда будем пробовать экзотик выполнять. Вроде неплохо идет. И как-то поживее, чем гамма. Гамма безопаснее, да, там щитов до хрена. Но зато тут как-то более движ какой-то. Нет, тут и... Локация прикольная, какие-то горы. Прям я угорел, короче. Мне нравится. Что-то еще хотел бы смотреть. А, что у нас там? Закупилось что-нибудь? 61 такая штука. А гаммы что-то они как-то плохо покупаются. Ну ладно, все, наверное, на этом.